Всем привет, друзья, с вами Андрюха. Нахожусь в реке Яма, точка 264-184. Так, ну что, узнал, что здесь можно половить на судаковую, значит, блесенку. Забежал, часок постоять, давайте посмотрим. Вот, сколько рыбок поймал, встречается довольно-таки много киты, как обычно. Так, голец. Также ночью половил, значит, налима, нерки. Нерочка тоже залетает, кижуч. Кижуч, правда, мальмой довольно-таки мелкие. Но все-таки потихо залетают. Давайте, друзья, покажу свою сборку. Рыбачу на ультиму. Белуга венга стоит. Плетеный шнур на 35 килограмм. Поставил, значит, флюр карбоновый поводок на 19 самодельный. На судаковую номер 2 рыбачу. Более подробно стоит вот такое вот оперение Simmons Happy. Короче, вот обычный тройничок с оперением, средний 8 номер. Как-то так. Зашел, да, вот сюда даже по чату и кунжа ловится. Сучки, да. У людей на точке стоит 92 игрока. Значит, Ай 4. У нас координаты на сетке. Сама точка 264-184. Вы прекрасно эту точку знаете. Просто сегодня посмотрел тоже ролик, что здесь ловят, значит, именно на вот эту судаковую более-менее. Люди говорят, если на яме сидеть, то более-менее клев есть. Кстати, вот отстоял уже, получается, почти 1 час. В основном это, естественно, Китай идет, как я уже сказал. Тут даже трофеи, друзья, вылавливали. При мне где-то штук, а по-моему, пару трофейчиков киты достали. Также неплохо заходит у людей, вот судя по чату, как неплохо. Ну, за 10 там нерки 3-4 хороших таких проскакивает, но я не знаю, на что они, друзья, ловят ее. Просто зашел проверить эту точку на судаковую блесну. 28, друзья, хвостов. Ну, из них, конечно, зачета довольно-таки прилично вот таких вот. Как сейчас. Не таких, таких-то я совсем отпускаю. В общем, сейчас, друзья, ровно час отстаю и пойду покажу, что за это время удалось выловить. Осталось пару, друзья, минуток. Буквально несколько забросов. Так, на лимон ловил, потому что там в кафешке заказ есть, вот эту вот ночь, которая до этого была. Один лимчик от кило 200. Мал, кстати, несколько штук их. Так, на лимчик. Все зачетные, самый крупненький. 900. То есть, в принципе, особо проблемы нету. На мясо ловил, особо проблемы нету. Закрыть этот заказ в кафе. Да, ну вот в чате, смотрите, кита, 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 кита. Редко мальма проскакивает, кижуч. Ну, более-менее такая точка, на которой люди сидят. 90 игроков. В общем, за неимением какой-то другой альтернативы можно зайти, покидать. А еще одно кило. О. Проводка, друзья, у меня 38. Кручу на 38 скорости. 2-3 оборота. Небольшая пауза. Так, ну да, уже ровно час
Пойду покажу, что удалось за этот час по серебру фармить. Если, конечно, это вообще можно фармом назвать в данный момент. Увидимся, друзья, на базе. Мишки бегают. Прям в сторону базы побежали. Так, собственно, друзья, добежал я вместе с мишками на базу. Посмотрим в кафе. В кафе должен быть налим. По крайней мере, час назад он висел. Вот смотрите, как мишки убегают. Ладно. Пусть бегут по своим делам. Так, окунь, корюшка. Так, вот есть один налимчик по массе. 1300, это 20 монеток. Дальше голец, корюшка, хариус. Ну, он вообще, да, не убил 100 умений. Нерка трофейная, микижа трофейная. В общем, только 20 рублей. Это 20 монеток с налимчика. Вся же остальная, друзья, рыбка. Давайте. По массе, нет, по цене. Так, значит, Арктик вышел на 36 монеток. Кита на 67 монеток. Самая крупная у нас что? 6 я вижу. Нет, да, 6. Так, значит, кижучи несколько штучек. 2 незачета, 3 зачета. 20 монет, самый крупный, 1,5 килограмма. Дальше идет кунжа, 1 на 17 монеток, кило 780. 2 мальмочки. Остальные вот 4 налимчика, которые также ту же ночь поймал. И одна нерка на 700. 0,22, но она не зачетная. В общем, друзья, вся рыба 197 монеток. Вот такой вот результат. Кому интересно, вот тоже услышит, что до кого там можно половить. Вот у меня будет такой, был такой вот, мне получился вот такой вот результат. У вас, может быть, друзья, будет результат получше. В общем, друзья, кому видосик был полезен, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Андрюха, увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока.